Всем привет! Еду на рыбалку один. Кто на работе? Два кореша приболели. Кто не захотел, кто забил. Один говорит, я буду бухать, гостей пригласил. Ну, короче, еду сам. Взял снасти на мирную рыбу и на хищную. Видите, снежок пролетает. Ну, будем пробовать на все. У меня остался старый мотель. Купил свеженького опарыша, купил кукурузки. Короче, буду пробовать и посмотрим, что у нас получится. И вот доехал я до речечки. Это вам уже не зимняя рыбалка, не на хищника. Я взял немножко вещей и за две ходки нес, потому что. Вот смотрите, тут я буду ловить. Тут, я знаю, яма рядышком есть. Видите, вот еще лед. Мы тут недавно были, на хищника приезжали. Видите, еще ледок есть. Ну ничего. Будем пробовать ловить плотву, карася. Что будет ловиться, то и будем ловить. Сейчас будем пробовать. У меня есть мотель. Старый, правда, с холодильника, и он уже такой дряхлый. Опарыша заехал, купил. Купил самой дорогой кукурузы, потому что моя жена знает, что рыба дешевую кукурузу не ест. Любит она вкусенькую, сладенькую. И желательно, чтобы была целенькая кукурузка. Так, ну буду заряжаться. Закинул я фидерное удилище одно. Там у меня на одном крючке, то есть у меня на двух крючках разный польский пенопласт. И на одном крючке две кукурузки, на другом крючке одна кукурузка. И закинул я вот карповичок подальше. Тут у меня стоит кормачок. У меня там на кормачке тоже польский пенопласт и этот самый, и опарыш. На одном крючке три опарыша, на одном два опарыша. Ну, сейчас будем пробовать. Сейчас еще один карповичок закину еще подальше. Тут есть ямка. Тут на 78, на 70-80 метров, если бросать, там есть хорошая ямка. С нее я доставал трофейную рыбу, но в мае. Сейчас февраль месяц, и видите, как тепло. Солнышко. Реально жарко. Ну как жарко, не так, что... Ну я оделся как на зимнюю рыбалку, сейчас буду раздеваться, потому что пока зарядился, мне уже тепло, солнышко тем более вышло, видите, ледок. Ну, посмотрим, что у нас получится. Я думаю, что-нибудь да получится. Закинул я уже три палочки. Нашел я в старом пакете грануловые такие чесночные. Где них? Где они внизу? А, вот такие чесночные гранулы. Думаю, закормлюсь. И полбанки кукурузы высыпал сюда, под берег. Сейчас намастырю поплавочку. И попробую, если я поймаю на поплавочек хоть одну рыбку, я буду доволен, как слоняка. Ну, посмотрим, что у нас получится. Класс. Природка какая. Закинул вот поплавочку. Смотрите, тут от берега недалеко. И там глубина 1,80 м. Такой обрывчик получается идет. Я одел, наверное, пинок штук 6 или 7 на крючочек. Они все шевелятся. Так что посмотрим. Тут скалы. Я уже спускался, видите, тут ведерко набирал водички, толкнул ледик, и ледик разошелся, видите. Ай, красота.
Еще бы рыбка клюнула. Вообще было прелесть. Но все равно я же недаром приехал. Класс, попробую. Мы тут и зимой были. О, видите, лед толкнул, его волна разбила и сдвинула. Уже льда практически здесь нет. Видите, как хорошо. Будет удобно доставать трофейную рыбу. И вот уже закинул я три палочки, одну поплавочку закинул. Пока тишина, ничего не клюет, но я закормился тут под берегом хорошенько. Посмотрим. Я думаю, к вечеру рыбка подойдет. Ну и будем надеяться, что на фидер или что-то из глубины откликнется. Сейчас посмотрим. А я пока попью чаек. Видишь, вода прозрачная. А в кристаллах ручник. Моментально вода прозрачная. Класс. Куда, сюда? Он маленький очень. Я думаю, лучше туда пройти, Антон. Здравствуйте. Вон дрыщик, смотрите. Дрыщ. Дрыщ. Она приходит, она по камням чистит. Не, не видно рыбки. Там и сюда зашли. О, а тут он ходит, видно рыбка. Разводы прямо. Это винового поймал. Я там отдал. И не успели поймать, не упал. Ай, красота! Какая! А тут что-то. А тут что-то чайка пошабашила. Да, наебнула. Это да, она что-то как привязана. Никуда не уплывает. Да. Красота. Видишь?
стоит рыбка такая уже, грамм под 150, наверное, 200. Блин, ну... Где? Отсюда, да, сейчас. Да, и вот так. Да, на солнышке греется. Смотрите, красавчик. Я не взял, у меня есть чехол для подводной съемки. Я ж не думал, что такое будет. Класс. И вот мы уже на воде. Что там у тебя? Тимур, такое у тебя было как... Удар. Удар. Фрикциончик был, сработал. А ну посмотри, нема на этом. Чешуи. Чешуи. Не, тут горбик где-то. А ну... Дай, 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 я посмотрю. Не, нету. Фу, а у меня аж адреналин выделился. Только приехали. Я вам блесну несколько раз кинул. Только приехали. Смотрите, какая красота. Вот еще лед видно под бережком. Ну а там уже открытая вода. Вода прозрачная. Смотрите, видно все офигенно. И красиво. Тимоха, он уже что-то у него было. Фрикциончик сработал. Ну, посмотрим, что у нас получится. Ну, я думаю, все у нас получится. Стрелять в селе. Это вверх. Так. Да, ну, дрон был, не слышен. А, аж ты ж не знаешь, на каком расстоянии. Выстрел ты будешь слышать. А, дрон. Так, первый заброс на новом месте. Сейчас будет. Трофейный удар щуки на 8,5 килограмм. Вон, выходит возле палочки. Рыбка, да, гуляет? Да, видно, как рыбка гуляет. Ой, блесну видно, как идет. Тимофею на день рождения дед подарил фидер с классной капустой. Видите, тут под берегом лед. Переходим мы на другое место. Там побросали. Сейчас пойдем в гузырь. Там, где помельче глубина. Я так думаю, там должна прогреться водичка. И весь окунь, хищник, на такую теплую воду. Даже судачок может, и сом даже выходить. Мы когда-то в такое время года даже ловили тут сомиков 5-6-килограммовых. Было дело, но было дело давно. Но посмотрим, что у нас получится. Да, вот он, смотрите, водичка прозрачная. Тут мелко, но мы, наверное, тут не побросаем, смотри, да? Глянь, водоросли сколько. Ну, хотя можно туда бросить, а потом вымотать, да? Да, давайте попробуем. Вон, столик, смотрите, стоит тут. В деревьях. Класс. Антон Андреевич, как вы на это смотрите? Я на это говорю положительно, потому что фидера не бросал целый год. 2020. Вон, главный рыбак, смотрите. Кидай. Тимоха. Да. Вон, смотрите. Метров на 60 кинул, молочага. Папа метров на 70. Ну так, папа. На то он и папа. Папа вам не мама. Да, был бы с мамой в бане, убился. Согласен. Так, буду бросать. Смотрите, какой парадокс. Смотрите, луна. Сейчас я увеличу, должно быть. Глазом видно. А, вот и на камеру видно. Видите, луна. Так. Уменьшаем. Луна. И вот солнце. Под каким углом тогда находится Земля, что вот солнце. С другой стороны планеты, не Луны. Да, а вот Луна, да, с другой стороны планеты, ни Луны, ни Солнца. Капец. Красота. Тимофей, что тебе нравится рыбалка? Курение вредит вашему здоровью. Это точно. Не курите. Или пока нет? Пока нет. Надо поймать рыбку, тогда понравится, да? Ну... Будем искать. Мы в поисках рыбы, и мы ее найдем однозначно. Резина. Сели мы
машинку. Смотрите, какие тут домики прикольные. Класс. И кондиция, и все. Обращайтесь в личку, дадим номер телефона. Да, дадим номер телефона этой базы. Класс, прямо на... Хозяин радушный, экскурсию провел. Да. Все рассказал. Спасибо ему огромное, да. Тут у него такие грандиозные планы на это все. Ну, поедем мы на другой водоем. Ну что, еду я домой. Попал я и на второй залив. Там на хищника зацепил, не знаю на сколько килограмм, но зацепил сазана на силикон. Короче, фу, плавники были как мои ладошки. Он что-то брюхом пошел вверх. Короче, я так его дотянул до берега, может, метра 3-4 осталось. Он сошел. Ну, короче, вот такая у меня рыбалка. Всем пока, до скорых новых встреч на новой рыбалке.